Новодвинской красавице нужна поддержка на конкурсе «Мисс студенчества России». Учащаяся СОФУ Валерия Кетова представляет Поморье в Челябинске. Студентке первого курса магистратуры не хватает несколько сотен голосов до первого места в номинации «Мисс зрительских симпатий». Проголосовать за землячку можно на сайте, указанном на экране. Финальное шоу 11-го всероссийского конкурса «Мисс и мистер студенчества России» пройдет уже завтра, 26 сентября. За звание главных титулов борются 33 девушки и 17 молодых людей.